завтра понедельника я в лесу. Так хорошо здесь. Но сейчас я думаю, мне очень хочется есть. Уже как бы 9 часов я проводила Женю и ничего с собой не взяла. Я вот думаю, не вернуться домой, потом пойти на ту башню, которую хочу. Или же там сверху есть, в принципе, ресторанчик, и я смогу что-то там купить. Но я уже начала путь домой, и тут остановилась, потому что тут так красиво, так хорошо. Ой, какого я страшного цвета. Так прикольно, выходишь, там написано скок, Елен скачок, карловары, тут дорожка, вон там еще указатели. Сейчас я посмотрю по Google Maps, куда же все же мне идти. А здесь такой домик, если вдруг дождь, можно спрятаться. Красиво. Лесок и души. Что-то по плану я вот здесь, а мне вообще-то сюда. А иду я откуда-то вот отсюда, что я не туда зашла. А вот она шата, русалка. И с нее открывается очень красивый вид. Посмотрите. Я пришла! Вот он, на башне, карта 4-го. Круто, да? Такая дорожка. Собственно, посмотрим, куда приведет нас эта лестница. Вот такой вид открывается отсюда. Я бы хотела забраться выше, но там кто-то есть. Теперь мне страшно. То есть там были люди, не паранойя у меня. Теперь можно подняться наверх. Мне, конечно, страшно представить, чем они там занимались. Но... Когда я начала свой путь, было где-то 8:30, а сейчас уже скоро без 11:12. И, похоже, начался дождь, судя по звукам. Я как бы очень далеко от дома. Но хотя бы я сейчас скоро выйду в цивилизацию. Красивые ворота у парка отеля Ричмонд. Вроде бы дождик прошел, он был такой легкий. Надеюсь, что он не начнется заново. Мне еще далеко-далеко идти. Карта. Так, я вот здесь, в Ричмонде. А мне идти сюда! Смотрите, какое интересное здание. Я почти дошла до клуба отеля. Это не может не радовать. Значит, там будет еда. И даже съеденные малинки по дороге, они, конечно, облегчили мое состояние. Давай. Не надо, зачем? Знаете, что сказала Женя? Ну, давай повтори это. Приятного аппетита. Бон аппетит. Конечно. Она сказала, не подавись. Я откусанную печеньку дала. Смотрите, какие у меня красивые дорожки.
Немножко. Мы собираемся, и скоро уже, а тут играет прекрасная...